Ну что, сегодня мы продолжим исследование Писаний в поисках ответов на вопрос, что же ожидает Израиль и Церковь в последнее время. Значит, мы уже рассмотрели такие моменты, как пророчество, причем пророчества, которые же достаточно буквально исполнились, значит, о ряде народов, о ряде личностей. Значит, мы убедились лично в том, что Писание дает нам достаточно четкие и конкретные сведения о том, чему предстоит быть. Бог дает это с определенной целью, с целью, чтобы мы, во-первых, доверились Ему, и для того, чтобы мы не пугались того, чему нам предстоит быть свидетелями, через что нам предстоит пройти. Потому что мы знаем, что, вот скажем, тот же Ной, он был предупрежден Богом, то есть он, в принципе, имел некое познание эсхатологии лично от Господа, значит, и он был к этому готов, и поэтому он благополучно прошел через потоп и выжил вместе со своей семьей. Точно так же Господь снабжает нас необходимой информацией, дает нам слово, не просто информацию. Он дал нам Духа Своего Святого, чтобы мы знали, чтобы мы понимали, что Бог делает, для того, чтобы мы также еще и были участниками всего этого дела. Значит, и сегодня я хотел бы рассмотреть такие темы, как кто же такой Израиль, кто такая церковь, значит, кто такой иудей, что означает вообще избрание и призвание Божье. Значит, и вот подобного плана вопросы, поскольку мы знаем, что Писание говорит о последних днях непосредственно об Израиле, о церкви, значит, но, к сожалению, за много столетий, сколько церковь существует, дьявол уже успел столько внести лжи в понимание этих вопросов, что нам необходимо разбираться. Потому что церковь учит одним вещам, которые часто не соответствуют, к сожалению, Писанию. Значит, иудаизм тоже учит каким-то вещам, которые тоже не соответствуют Писанию. То есть одни основываются на своем предании, другие на своем предании. Значит, а у нас есть вернейшие пророческие писания, и мы будем размышлять на эти темы и изучать эти вопросы непосредственно по Писанию. Значит, итак, момент первый в фокусе внимания всего мира. Почему Израиль находится в центре внимания всего мира? Значит, мы из средств массовой информации можем увидеть, что Израилю уделяется очень много внимания на самом деле. Значит, Организация Объединенных Наций уделяет огромное количество времени, где-то около трети времени, решениям вопросов, связанных с Израилем. То есть можете себе представить, такая маленькая страна, на карте ее даже не видно, так это нужно уже масштаб так посерьезнее выбрать для того, чтобы разглядеть там Израиль. И вот Израиль, оказывается, приковывает к себе столько внимания. Значит, Израиль занимает уникальное место в этом потоке противоречий этого мира, нашего мира, потому что в намерениях Божьих Израиль занимает еще более уникальное место. Пророческое слово Бога открывает нам, что этот настоящий век и будет кульминацией в восстановлении и искуплении Израиля. Чем ближе мы подходим к завершению века, ну, имеется в виду времен вот этих вот, тем более интенсивным будет давление на Израиль со стороны его окружения. И те события, которые концентрируются вокруг Израиля, также будут определять судьбу сатаны, вечного противника Бога и человека. Давайте мы поразмышляем немножечко, значит, над некоторыми утверждениями церкви и тем, что же на самом деле происходит. Смотрите, церковь утверждает, ну, я говорю не за всю церковь,
а за основную часть, традиционную историческую церковь, как ее называют. Потому что мы знаем, что есть церкви, в которых преподносятся здравые библейские учения. И слава Богу за тех пастырей, за тех учителей, которые прежде изучают Писание и потом уже учат народ Божий. Значит, традиционная церковь на протяжении веков учила, что Израиль как таковой, он уже, скажем, свою историческую функцию выполнил. Бог возложил на него определенные обязательства, Израиль не справился, поэтому Бог отверг этот народ, избрал язычников для того, чтобы из них сделать новый Израиль. А евреев он окончательно отверг. Значит, давайте поразмышляем над таким вопросом. Знаком ли дьявол с писаниями? И мы видим это даже из того эпизода Евангелия, когда Иешуа был в пустыне, и дьявол искушал его именно словами из Писания. То есть на его глазах все это писалось. Он, может быть, даже через плечо заглядывал каждому автору каждой книги Библии. Он наверняка знает это все наизусть. Потому что он живет не 70 и не 80 лет, он существует уже с тех пор, как существует Вселенная. И посему он знаком с Писаниями, как никто другой. Но при всем при этом не все тайны Писания ему открыты. Откуда мы можем это знать? Мы это можем знать из следующего места Писания. Это, по-моему, 1 Коринфянам. Сейчас я посмотрю. Угу. 1 Коринфянам, 2 глава. С 1 стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и страхе и великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». То есть из этого отрывка видно, что только Духом Святым можно познать определенные тайны Писания, которые даже человек, который вроде бы как предназначен Богом ко спасению, но если он не рожден свыше, он не может понять этих вещей. Тем более власти не познали этой мудрости, значит, а не познав, потому и распяли. То есть Писание говорит, если бы знали, то не распяли бы Господа славы, потому что замысел Божий в том и заключался, чтобы Господь умер. Значит, и вот теперь давайте поразмышляем. Дьявол, зная о том, что на Израиль возложена определенная функция,
очень важная функция в этом мире. Значит, мы знаем, Ишуа сказал женщине, самарянке у колодца, Иакова, спасение от иудеев. Да? Значит, и дьявол прекрасно знает, что когда это спасение совершится в полной мере, то его власти придет конец. Значит, и поэтому он всячески пытается этот процесс приостановить. А какими путями он может действовать? Он может либо только запугивать, либо только обманывать. То есть большего ему, в принципе, не дано. То есть власти над душой человека он не имеет. И посему, зная о том, что Израилю предстоит совершить, он пытается эту истину исказить. Значит, смотрите, каким образом. Значит, в принципе, если бы Израиль действительно выполнил свою пророческую функцию в спасении человечества, и дьявол бы об этом знал, занимался ли бы он так плотно Израилем до сих пор, пытаясь уничтожить евреев? То есть дьявол знает о том призвании, которое есть у Израиля. А многие верующие даже не удосужатся изучить Писание на этот вопрос и принимают всю ту информацию, которую им вкладывают в умы люди, которые сами не, ну, по разным причинам, скажем так. Да, то есть что получается? Для того, чтобы понять, в чем состоит вообще призвание и предназначение Израиля, мы должны изучать Писание. Это очень важно. Значит, и мы знаем, что одна из функций Израиля состояла в том, чтобы подготовиться как народу к принятию Мессии. Вчера мы говорили о том, что должен был существовать на земле народ, в котором родится Спаситель, для того, чтобы он действительно находился в Божьей среде, значит, для того, чтобы он смог вырасти истинным Божьим поклонником. Потому что, будучи послушным ребенком в языческой среде, он вырос бы язычником, что не входило в планы Божьи. Поэтому Бог создал этот народ, подготовил его, и этот народ дал человечеству Мессию, Спасителя мира. Значит, но оказывается, это еще не все. Оказывается, у Бога есть еще и дальнейшие планы для этого народа, и поэтому дьявол так плотно пытается завуалировать эту функцию, обкладывая разными теориями замещения и таким подобным. Значит, что? Одна из функций — подготовиться к приходу Мессии, а вторая функция, в принципе, состоит в том, чтобы осуществить, скажем так, распространение Божьего Царства по земле. То есть, другими словами, вот, можно представить такую картину. Царь находится в изгнании, но он набрал себе команду последователей, которым дал задание подготовить на этой земле как можно больше последователей, потому что он, когда вернется, он будет судить этот мир. Мы знаем из притчи Ишуа, пророческую вот эту вот функцию Израиля. Значит, когда он говорит, что господин, ну, как там, не господин, там, по-моему, наследник, он отправился в дальнюю страну для того, чтобы получить в наследство царство, то есть власть над некой территорией. Значит, и своим слугам отдал распоряжение, чем заниматься в то время, пока его не будет. Значит, и когда он отъехал в дальнюю страну, некоторые сказали, что мы не хотим, чтобы он над нами царствовал, то есть учинили бунт. И он, когда вернулся, что он с ними сделал? То есть там идет речь конкретно о суде, который Ишуа произведет, когда вернется. Но он не желает, чтобы кто-либо погиб, поэтому он оставил своих учеников, своих последователей, он их научил, он их подготовил и послал в мир для того, чтобы они научили все народы
всему тому, чему он их научил, чтобы, когда он вернется, чтобы как можно больше людей спаслось на этом суде. Понимаете? Значит, и эти верные последователи и есть народ Израиля, часть народа, остаток народа, значит, который принял его мессианство, который принял его как Господа, обещанного Мессию. Значит, и поэтому нам стоит исследовать этот вопрос более внимательно. Значит, две главные духовные силы, которые сталкиваются в конфликте вокруг Израиля, это, значит, с одной стороны, благодать Божья, которая работает на восстановление Израиля. И с другой стороны, лживая стратегия сатаны, которая всеми средствами пытается организовать сопротивление. И главная часть стратегии сатаны как раз-таки в том, чтобы скрыть истину. Значит, и дальше мы рассмотрим по Писанию две такие важные темы, как подлинность Израиля и предназначение Израиля. И также еще такой момент хочу отметить, что когда мы начнем понимать предназначение Израиля, тогда мы начнем понимать и предназначение церкви. И в конечном итоге мы определим для себя такой момент, как ответственность церкви по отношению к Израилю. Значит, в отношении Израиля и церкви в Писании можно сказать так, что Израиль – это Израиль, церковь – это церковь. То есть проводить между ними знак равенства на основании Писаний, это было бы ошибкой. Для того, чтобы в этом удостовериться, мы должны прежде всего для себя уяснить, а как же апостолы рассматривали эти понятия. Для этого нам необходимо исследовать сами Писания, в частности, Новый Завет. Значит, и вот... Если мы исследуем Новый Завет, то мы на наличие слова «Израиль» или «израильтянин», то мы найдем 76 мест, в которых говорится, идет речь об Израиле или израильтянах. Значит, и после исследования всех этих мест мы сможем прийти к заключению, что апостолы нигде никогда не использовали слово «Израиль» в значении слова «церковь». Не служит также синонимом Израиль в выражении «Новый Израиль», хотя оно имеется. То есть в Новом Завете существует термин «Новый Израиль», и мы будем исследовать также эти места Писания. Значит, но они нигде не ставятся в сравнении, ну, тоже не являются синонимом слова «церковь». Понятие «Новый Израиль» существует, значит, но оно не является синонимом слова «церковь». Значит, с другой стороны, Израиль часто употребляется как прообраз церкви. Ну вот, если мы откроем 1 Коринфянам 10:11, значит, там написано следующее. «Все это происходило с ними, как образы, а написано в наставлении нам». То есть с ними это с кем? О ком говорит Павел? Об Израиле. Наставление кому? Тем, кто достигли последних дней. Там дальше есть такое. То есть... И для церкви, и для... Ну, то есть
мы же понимаем, что в принципе, вот в библейском понимании церковь – это евреи и неевреи, принявшие Иешуа. Правильно? Значит, и посему, значит, все то, что происходило с Израилем, это прообраз для нас, достигших последних дней, тех, кто верит в Иешуа как Мессию. Значит, стало быть, это прообраз и для церкви, и для остатка Израиля. Да. Что? Не слово Израиль, а Израиль Танаха используется как прообраз церкви. Прообраз церкви. К сожалению, церковь часто усваивала христианские в кавычках принципы интерпретации на редкость упрощенные. Ну, скажем, такая фраза: «Все благословения относятся к церкви, а все проклятия относятся к Израилю». Слышали такие фразы? Значит, за этим принципом интерпретации лежит утверждение, в котором много истинного, что Израиль имел шанс, но не уверовал в Бога. Теперь, следуя логике развития этой линии, Бог переменил свое мнение и свои обетования, ранее предназначавшиеся Израилю, перенес их на церковь. Тем не менее, такое заключение явно унижает верность Божью. Значит, Павел выражает свое отношение к подобным высказываниям в послании к римлянам, 3 глава, 3-4 стих. Анализируя неверность Израиля, он говорит: «Ибо что же?» Римлянам 3 глава, 3-4 стих. И звучит оно так: «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив». Как уже сказано, единственный законный путь установить правильность употребления таких слов, как Иудеи или Израиль, это исследовать те места Нового Завета, где они встречаются. Значит, слово «иудей» давайте рассмотрим. Значит, это слово в Новом Завете используется около 200 раз. И из этих 200 раз только 3 места, где это слово используется в особом значении. И место первое, значит, давайте мы откроем Римлянам 2 главу. Нет, в Новом Завете. Римлянам 2 глава. Ну, сейчас мы разберем эти места. 3 места – это не 200. Сейчас. Римлянам, 2 глава. Давайте мы ее прочитаем с самого начала. Для того, чтобы понять, о чем вообще идет речь, потому что вот эта вот фраза: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему похвала не от людей, но от Бога». То есть это место постоянно в церкви и до сих пор используется, даже в тех церквах, где здраво относятся к Израилю, достаточно здраво. Все равно вот это вот место, оно приводится в значении, что все верующие в Иешуа Мессию становятся иудеями. Давайте посмотрим, о чем говорит Павел, потому что он, в принципе, вот всю эту главу, если мы прочитаем, мы сможем себе нарисовать картину, которую он говорил.
Кто может прочитать микрофон? Ладно, давайте я начну пока. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе, делающего злое, во-первых, иудея и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закон, то есть не евреи, согрешили вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, то есть евреи, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одну другую. В день, когда по благовестию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот, ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Вот из этого вот момента, с 17 стиха по 21, нам становится понятным, к какой аудитории обращается Павел в этом, вот в этом отрывке. Кому? К иудеям обращается. Значит, можно было бы предположить много веков спустя, что он обращался к неевреям, которые называли себя иудеями, потому что прилепились и изучали закон. Но мы знаем, что вот в церкви учат, что закон закончился, мы под благодатью. Стало быть, человек, называющий себя, считающий себя не под законом, в соответствии с этим определением не может считать себя иудеем. Понятно? Смотрите, здесь он говорит о человеке, который называет себя иудеем. Будучи язычником, ну, то есть не евреем, будем говорить так. Значит, то есть вот в современной церкви, да, вот я общаюсь с братом из церкви, он не еврей, он верующий в Иешуа Мессию, значит, и он говорит, я иудей, но я не под законом, я под благодатью. В соответствии с этим определением, которое он сам к себе применяет, можем ли мы сказать, что он подпадает вот под эту категорию людей, к которым обращается Павел? По какой причине? Точно. То есть момент. Христианин говорит, я не под законом. Павел обращается к тому, кто называет себя иудеем, стоящим под законом. Понимаете, в чем разница? Или не совсем? Все понимают? Андрей? То есть почему мы не можем это определение отнести к христианину современному, называющему себя иудеем? Микрофон можно?
потому что здесь четко говорит, что ты иудей, успокаиваешь себя законом и так дальше. И, то есть, что ты тот, кто изучает закон и пытается, и что ты думаешь, что ты являешься путеводителем слепых. То есть момент, вот этот вот важный момент, что человек, называющий себя иудеем, он ходит под законом, и он четко это понимает и осознает и утверждает. Значит, дальше читаем. Микрофон. Вы говорите, что это как бы послание к иудеям, но само называется к римлянам. Может быть, к тем иудеям, которые... Павел пишет к тем иудеям, которые не по плоти такие, да, именно евреи, а те, как бы, которые язычники, но соблюдают закон, как бы, и вот этим, как вот этот брат, что вот вы говорили, что как бы, не евреи по плоти, которые говорят, что иудействующие. И может быть, и он об этом и пишет. Именно римлянам, как бы, язычникам, которые вот именно так, как бы, по закону там пытались все подражать евреям. Смотри, во-первых, община, которая пишет Павел, она состоит из евреев и из неевреев. То есть, если мы будем внимательно читать, вот тоже послание к римлянам, мы сможем выделить отдельные моменты, которые адресованы к евреям, понимаешь? А можем выделить моменты, которые адресованы к неевреям. То есть, община-то уже была смешанной, в принципе, понимаешь? И для этого мы изучаем конкретно вот эти отрывки для того, чтобы понять, кому же он обращался. То есть смотри, современный христианин, современной церкви, он говорит, я не под законом, но я иудей. Павел говорит о иудее, который говорит, я под законом. Понимаешь? Мы сейчас разбираем какой вопрос. Может ли современный нееврей, христианин, называть себя иудеем? Вот именно в том контексте, в котором имел в виду Павел, понимаешь? То есть мы берем явно нееврея и берем то определение, которое выдал Павел нам в послании к римлянам. И если мы сравним, как себя позиционирует христианин, который говорит, что я иудей и я не под законом, Павел говорит про тех, которые называли себя иудеями, но они говорили, что я под законом, понимаешь? Поскольку мы видим эту разницу, мы уже можем четко сделать вывод, что эти слова не относятся к этому христианину, потому что он говорит, я не под законом. Когда он говорит, я не под законом, он автоматически выводит себя из-под этого места. Понятно? О чем я говорю, или нет? Я понял, да. Об этом Павел уже в других местах говорит. Мы сейчас разбираем именно вот эту ситуацию. Христианин, который говорит, я не под законом, я называюсь иудеем. Для того, чтобы стать под законом, ему необходимо обрезаться. Что, в принципе, современное христианство категорически отрицает. И есть на то основание в Новом Завете. Можно вопрос? Давай. А может ли христианин вообще быть христианином и быть не под законом? Я думаю, что для этого нужно исключить себя полностью из этой вселенной. Быть одновременной частью вселенной и в то же самое время быть вне вселенной. Потому что закон, он есть. И от его действия ты никуда не денешься. Потому что Писание говорит, что тот, кто под законом согрешил, под законом умрет. Кто не под законом согрешил, тоже не умрет. У нас-то цель какая? Приобрести жизнь вечную, правильно? Ишуа как говорит фарисеям? Вот вы исследуете Писание в поисках вечной жизни. Они говорят обо мне. Понимаешь? Читаем дальше. Значит, как с 21 стиха. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя красть, не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом,
а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Вот эта фраза проливает еще больше света на ситуацию? К кому он обращается? Он однозначно не к неевреям обращается. Он однозначно обращается к иудеям, потому что говорит: «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Да. Здесь имеется в виду язычников уверовавших, которые, ну, хулится у язычников имя Божие, у язычников уверовавших. Кто хулит человека, который исповедует веру в единого Бога? Верующий или неверующий? Верующий. Верующий хулит верующего? О чем здесь говорится в этом стихе? «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Имя Божье кем хулится? Верующими из язычников или неверующими из язычников? Неверующими. Понятно? Из-за верующих, которые хвалятся, но не имеют. Неверующие хулят имя Бога. Понятно? И здесь говорится о конкретной категории неверующих. То есть это неверующие язычники. И ясно, что здесь идет речь конкретно об иудеях, потому что иудеи противопоставляются здесь. Иудей, который называет себя народом Божьим, противопоставляется язычникам, которые вообще безбожники. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. То есть смотрите, мы видим отсюда, что Павел обращается к евреям, к иудеям, которые утверждают, что они, что у них все в порядке. По одной простой причине, что они иудеи. Помните, как к Ишуа, когда обращались, люди говорили: «Мы семя Авраамова и никогда не были рабами никому». Он говорит: «Знаю, что вы семя Авраамова». Но ниже он говорит: «Вы семя дьявола, дети дьявола, потому что вы не делаете тех дел, которые делал Авраам». То есть Павел, обращаясь к иудеям, он показывает, что не внешние атрибуты делают иудея иудеем, а то, насколько он действительно живет в соответствии с тем, что Господь заповедал. Понятно? Или не совсем? Да, но тут можно... То есть, другими словами, Павел сужает понятие иудей. Ну, можно? Да. Но он тут, можно сказать, что он противопоставляет два понятия иудеи. Сначала в 17 стихе он говорит: «Иудей, ты тот, кто учишь закон и считаешь, что ты путеводитель слепых», образно говоря. А потом ниже, в 28 стихе, он говорит, что иудей тот, который, ну, даже если он не обрезанный, но исполняет, он все равно иудей. Правильно я понял? Еще раз. Еще раз с самого начала? Или? Вот эту мысль, которую ты сейчас... В 28 стихе он говорит: не тот иудей, а тот иудей, кто внутренне таков. То есть тот иудей, даже если он не обрезанный, как в 26 стихе сказано. Нет. Соблюдает постановление здесь закона. Здесь нет связи между 27 и 28 стихом прямой. Он обращается к иудею, и он говорит: послушай, ты иудей.
ты обрезанный, ты знаешь закон, но его не исполняешь. И он говорит, больше тебя тот, кто не обрезанный, но исполняет. Нет, нет, нет. Он обращается к иудею и говорит, что на самом деле ты настоящий иудей только тогда, когда ты исполняешь закон. А если ты не исполняешь закон, даже если ты потомок Авраама, даже если ты обрезан, то ты уже перестаешь быть иудеем. То есть смысл таков, Исав, он еврей по национальности, по происхождению, но является ли он евреем по Писанию? Вот в дальнейшей истории Израиля. Нет, он не стал семенем. Иудеи – это семя. Павел сужает понятие иудей. Он его не расширяет. Церковь, пытаясь вложить свое значение вот в эти слова, оно расширяет это понятие. То есть вот есть иудеи, да? Значит, то есть есть верующие иудеи, которые приняли Ишуа, которые, значит, исполняют все. Есть иудеи, которые не приняли Ишуа, и те, и другие иудеи. И есть неевреи, которые тоже иудеи, только потому что исполняют. То есть церковь расширяет это понятие. Павел сужает, он говорит, вот есть иудеи, но среди них есть те, которые исполняют. И вот те, которые исполняют, вот они истинно иудеи. А все остальные, которые вроде бы как иудеи по происхождению, если они не исполняют, они отпадают. Мы дальше будем это разбирать для того, чтобы посмотреть. Нам надо разобраться сейчас с понятием иудеи, как оно интерпретируется непосредственно самими апостолами. Вот смотрите, значит, когда Павел говорит «похвала не от людей», он обыгрывает еврейское значение имени Иудей, взятое из названия колена Иудина. То есть Иуда означает хвалить или благодарить. Когда Лея родила четвертого сына, она назвала его Иуда. Сказав, теперь-то я восхвалю Господа. Таким образом, Павел говорит, что если вы действительно иудеи, то и похвала вам будет исходить от Бога, а не от людей. В определенном смысле здесь он ограничивает употребление слова «иудей». Он говорит, что недостаточно быть иудеем по внешности. Истинный иудей должен иметь внутренние условия сердца, которые заработают ему похвалу от Бога. Теперь представьте себе, что мы, еврею, говорим такую фразу. Когда мы во Христе Иисусе, нет ни иудея, ни эллина. Это нормальное утверждение из Писания? Так вот, мы разбираемся, поэтому я задаю вопрос. Нормально, ну, на основании Писания будет высказывание, что в Ишуа Мессии нет ни иудея, ни эллина. Ни мужчин, ни женщин. Ни мужчин, ни женщин. Нет, стоп, давайте вот просто ответьте на конкретный поставленный вопрос. Можем ли мы утверждать на основании послания апостола Павла, на основании Писаний, что в Ишуа Мессии нет больше ни иудея, ни эллина? Давай без уточнений. Не может быть. Так же само, как и нет мужчины и женщины. Больше. Я просил не расширять конкретно заданный вопрос. Есть в послании Павла это место? Есть это место. Можем мы его привести, процитировать в отношении... Ну, мы же верующие... Нет, стоп. Я сейчас говорю о законности использования некоторых мест Писания. Мы во Христе Иисусе? Да. Мы можем сказать, что во Христе Иисусе нет ни иудея, ни эллина? Да. На основании Писаний?
Нет, не можем. А можем мы при этом же сказать, что мы иудеи? Еврею сказать, что мы иудеи, хотя во Христе Иисусе нет ни иудея, ни эллина. То есть, но мы говорим, можем ли мы сказать, что во Христе Иисусе нет ни мужчины, ни женщины? Но почему? Павел же говорит, во Христе Иисусе нет ни мужчины, ни женщины. Не, зачем? Не, ну мы же хотим понять. Не, ну Павел же говорит, смотрите, когда церковь говорит, что мы теперь иудеи, при этом она говорит, что нет ни иудеев, ни эллинов. Мы понимаем, что теряется логика, правильно? Теперь, теперь точно та же самая постановка вопроса. Если нет ни иудея, ни эллина, так и нету ни мужчины, ни женщины, но все одно во Христе Иисусе, но в баню мы ходим разную. Стало быть, речь идет не об устранении национальностей и не об устранении пола. Это место говорит о том, что, смотрите, если раньше для того, чтобы войти в храм и принести жертву, там эти вещи были важны. Там были различия мужчина, женщина, там еврей, не еврей. Даже в еврейской среде были различия, на разделение на мужчин и женщин, на священников, не священников, понимаете? Значит, так вот, Павел говорит, что Ишуа искупил все человечество, и поэтому для того, чтобы приходить к Богу, не имеет значения ни национальность, не имеет значения ни твой пол, ни социальный статус. Но это не имеет никакого отношения к отмене национальности, национальных принадлежностей. Понимаете? И поэтому говорить, что мы стали иудеями по той простой причине, что мы уверовали в Ишуа, это значит опровергать Писание. Потому что та же книга Откровений, где перечисляется количество спасенных из всех колен, из всех колен Израилевых, там же говорится, и великое число из всех племен, народов и языков. То есть мы видим, что национальная принадлежность сохраняется даже после того, как все на земле завершится. Также мы видим, что народы будут приходить на поклонение в Иерусалим, в тысячелетнее царство. Народы. Отсюда мы можем сделать вывод, что сохранятся правительства, сохранятся президенты там, или цари. Понимаете? Павел был из какого колена? Он называл себя иудеем? Да, то есть в какой-то момент слово «иудей» оно стало более широким понятием, чем просто принадлежность к какому-то конкретно колену. Иудей – это человек, исповедующий иудаизм, скажем так. И на тот момент получается, что начали возникать вопросы, надо ли обрезаться, не надо ли обрезываться. Значит, и все это, опять же, основано было на том, что что же такое иудей и чем отличается иудей от уверовавшего язычника. Так вот, давайте мы дальше будем разбирать и смотреть места Писания, которые используются апостолами. Ну, так это вот римлянам во второй главе в самом конце, то есть 28-29 стих. Вот, ибо не тот иудей, кто таков по наружности, не то обрезание, которое... нет более... Сейчас. Павел говорит,
это мы интерпретируем. Перерыв, да?